Всем огромный привет! Приветствую вас на своем канале РСК Влог. Напоминаю, что зовут меня Ирина. Ребят, сегодня у нас пятница, пятница 13-е. На часах у нас 7:30 утра. Я уже проводила всех своих, ну кто куда. Милашечка у меня ушла в школу, Миша ушел на работу. Что у меня сегодня, ребят, по плану? Мне нужно приготовить обед и ужин. И еще я хочу сегодня, если, конечно, у меня останется время, если хватит мне времени сегодня уложиться, хочу приготовить чебуреки, пожарить чебуречков. Вчера нашла хороший рецептик, хочу попробовать. Ребят, короче, кошмар. У нас детей перевели на дистанционное обучение с понедельника. Значит, с 5 по 11 класса у нас будут учиться дистанционно. А с 1 по 4 классы какие-то умные каникулы. Как говорится, каникулы умные, а дети тупые, да? Так что с понедельника у меня начнется веселая жизнь. Не только у меня, у всей Йошкар-Олы. Я не знаю, в других городах, в других регионах, как дети учатся, напишите. У вас тоже дистанционка или все нормально? Все детки ходят в школу, как положено. Также торговые центры, ну не то чтобы торговые центры, детям не разрешается, по-моему, до 18 лет посещать торговые центры без сопровождения взрослых. Также рекомендовано какие-то всякие вот такие вот кружки, секции под прикрыть, перевести на дистанционку тоже. Но вроде бы пока, вот у меня Милашка и Захарчик ходят в Светлячок, вроде бы пока все нормально, пока будут ходить. А там дальше видно будет. Так что такие дела, девчонки. Не знаю, как это все будет выглядеть. Караул, кошмар. Мне очень, конечно, обидно за деток. Очень нам тяжело давалась вот эта дистанционка, когда весной это все началось у нас. Тяжело давалось моим детям. Ладно, как-то надо будет все это пережить. Пока вроде бы до 6 декабря, но... Везде пишут на местных порталах, сайтах, ну, каких-то там соцсетях, везде пишут, что все, конечно, это ерунда, что до 6 декабря все это продлится, и вроде бы как даже до февраля планируется все это продлить. В общем, кошмар. Посмотрим, как это все будет выглядеть. Мои дети, если честно, не рады, абсолютно не рады. Так что, как у вас дела обстоят, напишите, ребят. Девчонки, покажу вам, какой милой поделочкой порадовала меня доча. Миланушка, младшая моя дочь. Такую вот тарелочку она мне сделала в школе на уроке технологии. Это значит, в технике папье-маше она делала ее. Такой милый подарок для мамы. У меня, девчонки, есть две коробки. В одну коробку я собираю детские рисунки, а в другую коробку собираю как раз-таки вот такие всякие поделочки со школы, с детских садов. Ну, наверное, у каждой мамы есть, да, что-то там, я не знаю, коробки, либо какие-то папки, куда все это собирается. Вот я не исключение, у меня тоже есть. И, начиная от моей старшей дочери Ангелины, у меня есть там ее тетрадки кое-какие, там со школы еще есть рисунки. И вот заканчивая Захарчиком, тоже всякие поделочки, рисуночки с детского сада. Это очень, конечно, так мило. Потом доставать все это, пересматривать, вспоминать. У меня дети очень любят, достают коробки, начинают смотреть свои рисунки, свои поделки. Где-то посмеемся, повеселимся. В общем, такая вот тарелочка. Она очень старалась. Получилось вот так вот. Хочу немножко попротирать сейчас холодильник. У меня, в принципе, он не грязный, но попротирать уже надо немножечко полочки, посмотреть, разобрать здесь продукты кое-какие. Кстати, надо бы уже, конечно, в магазин наведаться с закупкой, потому что что-то у нас продукты, в принципе, позакончились. Так уже в холодильнике стоят вот такие вот баночки, в которых что-то пооставалось. Немножко кальмара, немножко картошечки толченой. А так вот конкретно каких-то продуктов уже нет. Нужно закупку делать большую. Ну, это мы посмотрим. Либо на выходных поедем закупаться.
Ну, скорее всего, на выходных. Так что сейчас немножечко попротираю. У меня, кстати, сегодня, девчонки, опять Захарик дома. Но я чаще всего в пятницу как раз-таки его дома и оставляю. Бывает, конечно, и среди недели я могу его оставить. Бывает и такое. Но по пятницам мы редко ходим в детский сад. Оставляю его дома. Так. Сейчас. Рыба это лежит у Миши здесь. Я вам ее еще когда показывала, в масках своих нашла. До сих пор она еще лежит. Все, он про нее забывает. Надо сегодня пускай съест ее. А то уж сколько лежит. Месяца 3, наверное, или 4 она лежит, эта рыбина. Тут у меня еще печеночные котлетки. Вот того по чуть-чуть, вот в баночке, видите? По чуть-чутку. Того. В принципе, можно ничего и не готовить. Надо вот это доедать. Но вот что-то свеженькое все равно надо. Я, девчонки, последнее время подсела на имбирь. Не знаю, что со мной происходит. Мне прям хочется имбиря каждый день. Прям лопаю его с удовольствием. Раньше очень часто заказывали роллы. Ну, мы и сейчас заказываем роллы. И я как-то не особо, ну, кушала этот имбирь. Сейчас прям я не знаю. Как сумасшедшая на него налегла, на этот имбирь. Может быть, чего-то не хватает в организме, и мне постоянно хочется. Так-то, конечно, он очень полезный имбирь. Так, йогуртов целая куча, что-то детки плохо едят йогурты. Ой, господи. Я, наверное, сегодня творожка покушаю, творог на обед. Кстати, девчонки, я продолжаю худеть, все хорошо, все нормально. Мой вес сегодня был 79 400. Все хорошо, медленно, но уверенно. Вот, так что худею дальше. Мне бы хотя бы, знаете, девчонки, к Новому году до 75 схуднуть, и я буду уже очень довольна. А потом уже Новый год отпразднуем, и можно будет дальше продолжать. Ну, конечно, это не означает, что на Новый год я там буду как свинюшка отъедаться. Нет, конечно. Но хотелось бы, вот у меня такая цель до Нового года до 75 догнать. Вот. Сейчас тряпочку прополощу. Я вам, кстати, девчонки, как-то в покупках из магазина «Светофор», по-моему, «Светофор» или «Победа», не помню, показывала вот такое вот кокосовое растительное молоко. Я показывала вам такое вот кокосовое и миндальное. Кстати, вот кокосовое мне не зашло. Как-то вот оно не пошло. Вот стоит у меня уже, наверное, сегодня даже я его выброшу. А миндальное очень мне понравилось. Прям с кофе, прям очень вкусно, обалденное. Вот кокосовое нет. Какое-то оно... Что-то с ним не так. Так что его больше не куплю. А вот миндальное обязательно возьму. Не помню, в «Победе» я вам показывала покупки с «Победы» магазина или со «Светофора». Вот откуда-то оттуда. Так. Соевый соус у меня тут лежит. Роллы заказывали, но уже давно лежит, выброшу. Я говорю, в принципе, у меня здесь холодильник не грязный. Так, просто немножко освежить полки нужно. Так, бабушки. Да, сыночек? Что такое? Что, в туалет пойдешь? Иди. Иди, мой хороший, иди. Так, сейчас попротираю. Колбаска тоже та открытая, та открытая. Что-то
Все подкрыли. Ну все, в принципе, чистенько. Достала кефир. Сейчас он у меня полежит немножко до комнатной температуры, как бы, ну, дойдет, нагреется. И я, знаете, что хочу сегодня еще? Манник испеку. Меня мои любят манник. Так что испеку манник. Давно я уже не пекла. И, кстати, я уже с утра поставила варить курочку. Супчик приготовлю сейчас. Ну и посмотрите, что у меня здесь происходит. Это просто кошмар. Ира готовит. Вот так всегда у меня. Если Ира готовит, то просто трэш на кухне. Кстати, девчонки, я поставила... Так, фокус. Я поставила сейчас тесто. Вот опару завела. Знаете, что хочу сделать? Тесто на манке. Хочу приготовить, девчонки, хлеб. Вчера нашла рецепт. Хлеб на манной крупе. В общем, если у меня все получится, то я вам обязательно потом рецептик покажу. Такой интересный рецепт, прям хочется мне попробовать. Правда, там пекли этот хлеб на сковороде. Я хочу попробовать его испечь в мультиварке. Девчонки, что-то я разошлась в плане готовки. Значит, готовлю сейчас тушеную картошку. Хочу потушить картошечку. Поставила тесто на хлебушек, который я вам сказала, уже хлеб, манный хлеб. Так, что еще? Поставила, значит, тесто на манник. Замочила уже маночку в кефирчике, чтобы разбухла она. Значит, будет у меня манник, будет у меня хлеб сегодня, будет тушеная картошка. Я еще хотела чебуреки пожарить. Вот, не знаю теперь, жарит ли мне чебуреки или нет. Хотя мои очень любят чебуреки. Посмотрим, может быть, и пожарю чебуреки. Вот, и хочу еще котлетки поджарить. Котлеты, наверное, с гречкой сделаю. Так что сегодня у меня что-то прям готовка и готовка. Сейчас покажу вам тесто. Вот, девчонки, смотрите, поставила тесто. Я уже вмешала туда муку, манку. Все, стоит оно у меня часик теперь. Здесь у меня пережарочка, обжарочка делается вот сюда, вот в картошечку тушеную. И вот у меня, значит, еще на манник. Манка, так, фокус. Манка с кефирчиком стоит, набухает.
ребят, присела я немножко передохнуть и попить кофеечку немножечко, кружечку. Так, ребят, у меня сегодня прям вообще очередной заряд бодрости, какая-то прям пруха. Я в плане готовки. Вообще, ребят, если честно, я не очень люблю готовить. Не моя эта история, там, знаете, часами стоять на кухне. Но бывают иногда такие дни, когда у меня прям вот хочется мне что-то приготовить, особенно если я найду какой-то интересный рецепт новый, но не сложный. Вот, поэтому, ну, бывают такие дни, что хочется что-то готовить. И бывает, что прям могу целый день на кухне провести. Готовлю. Вот сегодня как раз такой у меня день. Замесила тесто на чебуреки. Все-таки пожарю я сегодня чебуреков. И на ужин Артемка у меня захотел крылышки, запеченные в духовке, значит, да, жареные. Крылышки, наверное, отварю, посмотрю, либо гречку, либо рис, ну, посмотрим. Спрошу у детей, что они больше хотят. Они, конечно же, макароны, может быть, захотят. Картошка у нас вот недавно была, но хочу либо гречку, либо рис. Вот, так что сегодня у меня прям готовка. А, еще хлебушек, ведь я хочу попробовать испечь еще вот этот хлеб, который я вам сказала, на манной крупе. Но что-то как-то вот мне не очень нравится, как поднимается тесто. Мне кажется, может быть, дрожжи у меня не очень хорошие были, они уже у меня давно лежали. Вот, поэтому, если сегодня у меня хлеб не получится, такой, как вот я ожидаю, такой, как я видела, допустим, да, в интернете, какой он должен получиться, то я не буду вам его показывать, и потом попробую еще раз, куплю новые свежие дрожжи, попробую еще раз. Тогда, если будет все хорошо, я уже вам расскажу рецепт этого хлеба. Вообще, мне кажется, должен получиться очень вкусный хлебушек. Я помню, в детстве мой папа, значит, жарил лепешки с манной крупой. Это было так вкусно, реально вкусно. Потом я просила маму пожарить такие же лепешки, тоже на манке. Я не помню уже, добавлял он муку или только эта манка была. Вот не помню, это я вообще малая еще была, ну маленькая. Вот, в общем, потом я просила маму пожарить такие же лепешки, и они уже не получались у нее такие вкусные. То есть у папы были прям очень вкусные лепешки на манной крупе. И вот мне кажется, что хлеб тоже должен быть очень вкусным. Девчонки, хочу сейчас крылышки замариновать. Я их уже помыла, чистенькие они у меня. Кстати, вот эту часть, вот у крылышек, я не обрезаю, мариную и готовлю полностью вот все крылышко вот с этой частью. Купил мне Артемчик фарш, вот он. На чебуречке свино-говяжий покупаем всегда в одном и том же магазине. Фарш хороший, проверенный. Сейчас подмариную крылышки и оставлю их, пускай они у меня маринуются до вечера практически. Потом заброшу в духовку, поджарим их. Так, значит, мариную я очень просто. Перец, соль, немножко соли. Смесь перцев добавлю немножечко и добавлю кавказскую приправку. Мне нравится, хорошая такая приправа, ароматная. Вот, и знаете, что я еще сегодня добавлю? Майонез. Я замариную крылышки в майонезе. Они тогда такие вкусные, сочные получаются и очень-очень-очень румяные. Так, и добавлю немножко горчицы еще. Вот именно когда их в майонезе маринуешь, такие прям сочные, в то же время румянятся очень хорошо. Все. Так. И все это хорошенечко ручками перемешаем. Все, сейчас пленочкой их прикрою и пускай стоят, маринуются. Ребят, я подготовила уже фаршик. Вот у меня вот такая мисочка фаршика получилась. Если даже у меня что-то останется, будет лишнее, я котлетки поджарю. Значит, у меня здесь три большие, прям крупные луковицы. Перец, чеснок, соль. Что еще я добавила? Кавказские травки. И сейчас я туда еще положу зеленый лук. Это будет, значит, начинка у меня для чебуреков. И туда я доливала... Наверное, где-то прям грамм, миллилитров 200 водички. Доливала и вымешивала, чтобы начинка
значит, в чебуреках была сочная, чтобы чебуречки были сочные. Я добавляла водичку сюда. Все, сейчас тесто раскатаю, подготовлю и будем с вами делать чебуреки. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways.
отдавливается у меня последний чебуречек. И вот, смотрите, один у меня прорвался, поэтому я не буду его жарить. У меня, кстати, сегодня в гостях моя старшая дочь Ангелиночка. Сейчас я вас с ней познакомлю. Смотрите, какие получаются. Пузырчатые такие, вкусненькие. Тесто просто обалденное. Очень вкусные чебуречки. Сейчас я вас познакомлю со своей дочерью. Вот столько чебуречков у меня получилось. Так, ну-ка тише. Две тарелочки. Это уже я один попробовала, слопала, позволила себе один чебуречек. Сегодня и милашка у меня скушала один. Так что вот такие вот вкусненькие, ароматные чебуречки. К маме смотри. Ребят, вот моя дочь, старшая Ангелина. Ей 20 лет. Это моя первая доченька. Ох, вот такая вот у меня дочь уже взрослая, большая, мадам. Да? Захарка, Захарка в труселях, не обращайте внимания. Старая дочь. Радуется. Радуется сестре. Ребят, все, закончила я со своей готовкой, уборкой. В общем, что хочу сказать по поводу хлеба, который я вам говорила, что я хотела сегодня хлеб испечь. Значит, не получилось то, что я ожидала. Я даже вам снимать не стала. У меня все-таки дрожжи. Дрожжи были плохие, и тесто вообще практически даже не поднялось. То есть, ну, я даже... Ну, я, конечно, попробовала выпекать, но оно вообще не поднималось. Вот, значит, я буду пробовать еще раз. Обязательно попробую еще раз, куплю хорошие дрожжи. Наверное, даже, скорее всего, я куплю не, ну, не сухие дрожжи, а куплю вот, которые в брикетиках, да, свежие вот эти вот дрожжи, живые дрожжи. Вот, попробую еще раз, потому что все-таки, ну, хочу я попробовать, хочу добить этот рецепт. Вот, чебуреки получились просто, тесто классное. Кстати, как я делаю тесто? Я беру 0,5 килограмма муки, беру, значит, стакан 200 миллилитров кипятка, туда добавляю чайную ложку соли и выливаю в муку, добавляю 3 столовые ложки масла растительного и замешиваю тесто. Все. Потом убираю его в пакетик, чтобы она немножко полежала, отдохнула, разлежалось тесто. Все. Вот такое тесто я делаю на чебуреки. Чебуреки получились очень вкусные. Вот, значит, что еще? Что еще? Запекла я уже свои крылышки. Не свои, а куриные. Запекла куриные крылышки. Сейчас варю гречку. Скоро у нас уже папа придет. Вот, будем ужинать. Милашка у меня на тренировке. Ну, вот такие вот дела, девчонки. Так что, наверное, сегодня буду на сегодня буду с вами уже прощаться. Увидимся с вами обязательно завтра. Всем добра и пока-пока.